Разбираем технику бега очередного участника школы бега Скиран. Его бег весьма показателен с точки зрения типичных ошибок джоггера. Вот уже даже отсюда видно две основных ошибки. Первая ошибка – очень глубокое подседание на колени. И именно эта низкая посадка ноги на опоре заставляет его долго сидеть на опоре, что, конечно же, очень неправильно. С другой стороны, большая часть энергии толчковой ноги уходит на выталкивание вверх, чтобы, собственно, подняться из этой низкой позиции, и поэтому и идут такие вертикальные колебания. Вот на этом стоп-кадре видно, что достаточно долго, как я уже сказал, бегун сидит на опоре и не так активно снимает ногу с опоры, поэтому ее так и не складывает, как она должна уходить при нормальном беге. Еще одна ошибка – переваливание стороны в сторону, то есть на каждой опорной ноге бегун заваливается в сторону опоры и таким образом его по ходу бега переваливает справа налево и наоборот. Что касается работы рук, то она совсем неплоха, и положение вроде бы правильное, и в общем и целом направление движения рук неплохо. Чуть-чуть, конечно, заводится кисть перед корпусом, но это обычная ошибка. Надо расслабить плечи. Самая большая ошибка работы рук – это закрепощенные плечи. Опустить их надо и работать свободнее.